работает трансляция спортивных соревнований. И для чего? На футбольном поле при этом нужно целых 16 камер. Все секреты спортивной тележурналистики сменовцам приоткрыл директор телеканала «Матч ТВ Санкт-Петербург» Юрий Рябинин. Руководитель телеканала «Матч ТВ» в Санкт-Петербурге, главный режиссер трансляции Всемирной универсиады 2019 Юрий Рябинин в гостях у киносмены. Юрий работает в спортивной журналистике, имеет опыт работы со звездами российской эстрады и обожает спорт. Во время творческой встречи участники летней детской киноакадемии спрашивали гостя об особенностях работы на Олимпиаде, курьезных случаях во время организации прямых эфиров, образовании, которое необходимо участникам трансляции, оборудовании, которое используется во время грандиозных матчей. Юрий, в свою очередь, дал юным режиссерам несколько мотивационных советов. Быть творческим и очень требовательно относиться к тому, как ты производишь свой контент. Критически относиться, да, то есть не делать это не устраивать кружок самодеятельности, да, относиться профессионально к тому, что ты делаешь, и это будет оценено. Но, конечно, это относится не только к самому техническому там, и технологическому процессу, это относится, в первую очередь, к идеям, которые ты хочешь в этом ролике там, и в этом там, клипе показать. В первую очередь, первична всегда идея. Среди юных киноакадемиков есть много ребят, мечтающих стать журналистами, поэтому беседа с Юрием стала для них приятным сюрпризом. Так как я занимаюсь фотографией, мне было очень интересно послушать именно про оборудование, про камеры, как снимается сама игра. И вообще просто такой позитивный человек, который отдается своей работе, видно, что он заинтересован. И он все так преподносит, что интересно слушать. Телевидение сегодня плотно проникло во все сферы нашей жизни, различные области знаний, а уж с кинематографом оно и вовсе плотно связано. Восторг сменовцев от встречи с людьми, которые трудятся по ту сторону экрана, тому яркое подтверждение. Телевидение, наверное, как ничто иное из средств массовой информации, охватывает нашу жизнь. Оно очень плотно в нее проникает. Я сама журналист, и мне очень знакома эта тема, поэтому мне было интересно все послушать, и я соглашусь с его мнением, и даже нечего добавить.